Да. А тут что? Не верьте женщинам и Богу. Не, ну это ну не, нереальное что-то. Это невозможно. Не-не-не-не-не. Вау. Да-да-да-да-да-да-да. Ну это вроде симпатичная сама по себе. Ну тут... Да. Что ты делаешь? Нет. Вот и как реально женщину после этого верить? Ну это, наверное, красивая. Ну. Ну-ну-ну. Нет. Да нереально. Нет. Ну из этого ничего не сделаешь. Вообще ничего. Нет. Ну ясно. Я уже после этого ничего не удивлюсь. Из тебя что выйдет? Ты, на тебя ничего не... Да ну нафиг. Ну это нереально. Вот тебя точно ничего не исправит. Вот вообще ничего. Ну... Ну тут... Не понятно, ну и что? Чем нас удивишь? Ну-ну-ну. Вау. Да, конечно, макияж так макияж. Не знаю, ребят, как можно верить женщинам после этого. Ну, вот так вот происходит преображение. Не, короче, женщинам надо знакомиться исключительно, когда она без макияжа. Потому что любого абсолютно человека в любом возрасте можно вообще сделать из него конфетку. Ё-моё. Она скинула лет 20. Да ну. Короче, женщинам верить нельзя. Это я понял.